Так, разыскать Аманду. Где же она, эта Аманда? А вон она где. Здравствуйте, Аманда. Коннор, рада тебя видеть. Твой предшественник был, к сожалению, уничтожен. Да, девианты непредсказуемы, но все же и он был слишком беспечен. Надеюсь, ты не повторишь этой ошибки. Ни в коем случае. При уничтожении Коннора его память копируется на другой носитель. Но часть данных может быть потеряна. Так что будь осторожен. Так будет лучше для тебя и для расследования. Я понимаю. Допрос был очень непростым. Что ты думаешь о Девианте? Признаки девиации были налицо. Когнитивная нестабильность, непредсказуемое поведение и, конечно, эмуляция эмоций. И даже страх смерти. Модель явно имела дефекты. Этот лейтенант Андерсон был назначен вести дела о девиантах. Что ты о нем думаешь? Он явно не такой, как я предполагал. Но у меня пока недостаточно информации, чтобы составить мнение. К сожалению, нам придется с ним работать. Каким будет оптимальный подход? Я к нему адаптируюсь. В интересах расследования необходимо избегать с ним конфликтов и подстроиться под его особенности. Все да, адаптируешься. Демонстрируют признаки девиации. Их выпущено несколько миллионов. Если они выйдут из повиновения, последствия будут ужасны. Ты самый передовой прототип в линейке Киберлайф. Если кто и разберется в причинах, то это ты. Вы можете на меня положиться. Продолжи расследование предыдущего Коннора и выясни, в чем дело. Торопись, Коннор. Времени мало. Разыскать лейтенанта Андерсона. Подойти к стойке регистратуры. Поговорить. Вам помочь? Я пришел к лейтенанту Андерсону. Вы авторизованы? Да. Лейтенант еще не пришел. Подождите его на рабочем месте. Найти стол лейтенанта Андерсона.
Этот робот мог вообще всех положить. Накануне патрульный катер БМС США столкнулся с российским транспортником. Пока обошлось без жертв и повреждений. С обеих сторон сделали предупредительный выстрел. Министр обороны Гарри Фрикс... Внимание всем поставьте. Все примерки. Идёшь в поиск промаршала. Посылает данные. Другие страны региона, в частности Швеции и Канады, так, мне кажется, надо смотреть бирки, да? Дед Ред. Ред. Лейтенант Андерсон. Так, ну это точно не он. Эта тетка тоже не он. А мы все проверим. Персон. Коллинз. Андерсон, нашли. Лейтенант Андерсон. Простите, в какое время обычно приходит лейтенант Андерсон? Зависит от того, как прошел вечер. Если повезет, явится до полудня. Спасибо. Дождаться лейтенанта Андерсона, присесть. Смотреть его стол. Дурочка, конечно, я скучаю. Займу. Поиск пропавшего андроида. Высылаю данные. Рыцари черной смерти. Какая же ужасная музыка. Так, нужно изучить, найти 8 улик. Первое. Он у нас ест пончики. Как и все полицейские, да, они едят пончики. Так, что это у нас здесь? Клен верный. Кружка. Кофейная чашка. Так, 3 улики из 8 мы нашли. Вот 4-я, это у нас против андроидов. Лозунги против андроидов. Так, это у нас, походу, бейсбольная кепка. Да, бейсбольный кепка. Кепка Детройт. Так, что же у нас здесь? Это у нас спички. Вон курящий стул. Тут у нас... волосы, собачья шерсть, сельбернар. Еще одна должна быть, 8-я улика. Так, это у нас оперативная группа «Красный лед». Полиция Детройта поймала дилеров «Красного льда». Более 50 арестов по всей стране.
Лейтенант, мое имя Коннор, андроид из компании Киберлайф. Боже, тебе же вчера башку прострелили. Мой предшественник был, увы, уничтожен. Но его память переписали на другой носитель, это я. Тот инцидент не повлияет на ход расследования. Посмотрел. О, господи. Хэнк! Иди-ка сюда! Может, это новая форма красного льда? Короче, нужна экспертиза. Мне на стол валится по 10 дел об андроидах каждый день. Раньше это были единичные случаи. Ну, какая-нибудь бабка потеряла горничную, вся такая хрень. Но теперь речь идет о нападениях и даже убийствах, как, например, вчера. Это уже касается не только Киберлайф. Это уголовное расследование, и надо что-то делать, пока мы не в полной жопе. Я поручаю тебе эти дела. Выясни, есть ли связь. Почему я? Почему ты на меня это вешаешь? Из всех копов в стране я хуже всех подхожу для этой работы. Да я ни хера не знаю об андроидах, Джеффри. Я едва могу телефон свой настроить. Да все перегружены. И я считаю, ты прекрасно способен с этим справиться. Брехня! Просто никто не хочет заниматься этими гребаными андроидами. Вот ты и спихиваешь на меня. Из Киберлайф прислали андроида в помощь расследованию. Это революционный прототип, будет твоим напарником. Нет уж нахрен! Не нужен мне напарник, а уж особенно пластмассовый урод. Хэнк, давай-ка не испытывай мое терпение. Я тут старший по званию, и ты должен меня слушать, не забыв заткнуть свою пасть. Знаешь, что моя пасть тебе ответит? Ладно, а? Ладно. Я сделаю вид, что не слышал, чтобы не добавлять очередной выговор в твое личное дело, которое уже тянет на толстенный роман. И этот разговор закончен! Господи, Джеффри, ну за что ты меня так? Ты же знаешь, как они меня бесят. Что я тебе сделал? Вот что. Мне надоело слушать твое нытье. Либо иди работай, либо значок на стол. А теперь, если позволишь, я делом займусь. Короткий разговор с начальством. Начальство с подчиненными. У меня нет уверенности, что лейтенант Андерсон наилучшая кандидатура для этого дела. Так! Еще не хватало, чтобы робот учил меня, что делать! А ну пошел вон отсюда! Да. Хорошего дня, капитан. Это была плохая идея поговорить с этим капитаном. Понимаю, уничтожение моего предшественника могло быть для вас неприятным эпизодом. Я сделаю все возможное, чтобы этого не повторилось. Мы напарники, и следует узнать друг друга получше. Так или иначе, я хочу сказать, что очень рад работать с вами. Мы будем отличной командой. Могу ли я занять какой-нибудь стол? Вот этот ничей. У вас есть собака, да? С чего ты взял? На кресле собачья шерсть. Люблю собак. Как зовут вашу? Тебе-то что? Сумо. Сумо зовут. Вы слушаете «Рыцари черной смерти»? Это хорошая музыка. В ней много энергии. Ты не знаю. Metal? Ну,
Не то чтобы я вообще слушаю музыку, но хотел бы. За детройтские машины болеете? Картер вчера забросил 53% мячей из-за трехочковой линии. Смотрели матч? Вот его-то я вчера в баре и смотрел. О. Короче, нужна экспертиза. Многие не любят находиться в обществе андроидов. Хотел уточнить. У вас какая-то особая причина презирать меня? Да. Есть одна. Если у вас есть материалы по девиантам, я бы на них взглянул. Терминал у тебя на столе. Наслаждайся. Хотел спросить, вы всегда приходите на работу в это время? Прихожу, как прихожу. Хватит уже ко мне цепляться, а? Вы давно знаете капитана Фаулера? Да, слишком. Так, приступаем к работе, изучаем тут досье. Пропал андроид, подозреваемый андроид. Подозреваемый андроид. Пропало. Опа. 243 досье. Первое 9 месяцев назад. Все началось в Детройте и быстро разошлось по всей стране. Вчера модель AX-400 напала на человека. Думаю, с этого будет целесообразно начать. Господи. Нельзя допускать, чтобы личные проблемы отражались на работе, лейтенант. Ты ни хера не знаешь о моих проблемах, так что займись лучше своей программой и захлопни пасть! Меня назначили выполнять расследование, а не сидеть и ждать, пока у вас возникнет желание поработать. Слышь, говнюк, была бы моя воля, я бы всех вас сунул башкой в помойку и поджег! Так что лучше не зли меня! Не то очень пожалеешь. Лейтенант, простите, что отвлекаю. Есть информация о модели AX-400, вчера напавшей на человека. Ее недавно видели в Ривендейле. Хорошо. Шестое ноября 2038 года. Так, это мотель утро, 10:25 утра. Кара. Модель Android AX400. Вот ее сейчас они будут искать. Придут сюда. Потому что там же и было же написано, можно попасться. Но мы скроемся. Прости, я тебя разбудила. Так это был не кошмар? Нет. Это был не кошмар. А хочешь принять теплую ванну? А потом выйдем и поищем, что поесть. Как тебе?
Ладно. Наберу ванну. Так, выбрать цвет волос. Черные. Да, эту штуку надо убрать, чтобы быть похожим на человека. Тебе очень идет. Ты прямо совсем как человек. Конечно, идет. Я пойду, она пойдет. Ванна готова. Даже киберживотных делать, ё-моё. Все, что истребили, теперь решили восстановить. Только киберживотные, а не живые. Спасибо, Майкл. Со мной рядом житель Корктауна Тодд Уильямс, на которого напал его собственный андроид-горничная модели AX-400. Тодд, расскажите, как все было? Я сидел, ужинал, вообще никого не трогал. Она как налетит, бросилась прям как полоумная, чуть не убила меня вообще. Еле от нее отбился, она сбежала. Спасибо, Тодд. Отовсюду поступают обманщик. Новости об андроидах. Полиция ведет розыск сбежавшей машины. Лишь бы нашли побыстрее. Это неправда! Он врет! Это он нас чуть не убил! Что мы будем делать? Идти нам некуда. Ну так такие же козлы хотят теперь выглядеть типа нормальными. Все выставить наоборот. Тут остаться нельзя, денег нет. У тебя есть родные? Кто может помочь? Нет. Был папа и все. Тот андроид вчера дал мне адрес. Сказал, там помогут. Надо проверить.
У нас с тобой все получится. Пока мы вместе, нам ничего не страшно. Ты пока собирайся, я найду чем тебя накормить, и мы пойдем. Дочь все-то идет. Опа, полиция. Лейтенант Андерсон, полиция Детройта. Женщина-андроид вчера вечером ограбила придорожный магазин. Видели чего? Андроид? Нет, андроидов не пускаем. А вот такую машину вы видели? Черт, чую уже, что-то с ней не так. Поздно вечером пришла. Одета была нормально. Как понять-то? Она еще здесь? Вроде да, в 28-м. Спасибо. Идти по следу девианта. Ты жди в машине. Это невозможно. Я иду с вами. Так, слышь, ты уже задолбал борзеть. Ты машина, так что делай, что тебе говорят. Я просто выполняю свою задачу. Простите, что огорчил вас. Хочешь дожить до завтра? Тогда хватит меня огорчать. А, мы все равно пойдем за ним. Ушла.